7 лет на CD Play, сегодня вам покажу, как обойти античит на сервере Майнкрафт. Сразу говорим, что будет в общем обход сразу по нику, то есть вам по нику будет пройти и, конечно же, по IP. Вот. Я так считаю, что я не знаю, сами поговорите, знаете, если я помог вам с Майнкрафтом, это все должно. Итак, что нужно сделать? Сначала нужно зайти, ну, куда вообще, допустим. Сначала в щит идут. Появились не буду, потому что я уже приял, поэтому я сказал, что у меня работает, не так сработает. Еще, конечно, не проверяю, проверяю, все это делать, учиться, не знаю, посмотрим, но я уже делал, и не попутал. Так что разъем. Вот. Итак, все, зашли, то есть. Так, дальше, это мы с нашим примером и заходим в iLaunch. Вот. Ждем сейчас. И вот мы здесь. С вами на версии заходим. Это видео на YouTube уже есть, по-моему, видео на этом видео. Есть, но это для того, чтобы более, так сказать, подробно писать. Да, кстати, голос какой-то, надеюсь, мы слышим. Если его слышим, делайте его звук погромче. Заходим. У нас сервер. У меня не работает сейчас, потому что сейчас я как-то делаю. Так, сейчас. Сейчас зайду на сервер и вернусь. Итак, вот заходим на сервер, вот на этот момент. Если понравилось данное видео, очень помог, давайте подписаться на канал, все, всем пока, с вами был CGPlay.